Одинцовская гимназия номер 14 выходит на новый этап развития. В рамках национальных проектов образования и школьное питание учебное заведение модифицирует инфраструктуру и систему питания. Кабинет проекта «Точка роста» – предмет гордости для коллектива. Мы два проекта очень важных. Это национальный проект питания. В полном объеме будем его реализовывать. И второй проект – это цифровая среда, вот точка роста, которую мы показываем, мы ее открыли в этом году, со всем нашим оборудованием, новым кабинетом, с оснащением, вот, который будет давать как раз результаты вот в этом, в новом направлении. Новая мебель, медиапроекторы, интерактивные доски, современное кухонное оборудование – все, чтобы улучшить образовательный процесс. Учащиеся начальных классов будут получать бесплатное горячее питание, которое в дальнейшем постараются подстроить под нужды каждого ребенка. Мы смотрели перспективы развития школы. Мы знаем, что здесь будет в дальнейшем пристройка. Но самое главное, есть те точки роста, на которые опирается администрация школы, и в дальнейшем будут учиться наши дети. Я хочу сказать, что удивляет обновление, мы очень порадовались и считаем, что в принципе в этой школе абсолютно все предусмотрено. Проверка показала, гимназия полностью готова к началу учебного года. Меры для профилактики коронавируса соблюдены. Безопасный режим должен быть, и количество детей будет питаться по особому графику и соблюдать дистанции, интервалы и так далее. Графики все есть, графики в том числе для расписания движения учащихся. Мы подготовили дополнительные запасные входы и выходы. 1 сентября гимназия распахнет свои двери для учеников. К приему детей все готово. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».